сьогодні перший день саміту Східного партнерства в Вільнюсі, і ключова подія – це бізнес-форум Східного партнерства. Подивіться, який величезний список учасників, бізнесменів з різних країн, кожен з яких платить 1000 євро, щоб побувати на цьому заході. Скажите, у вас было заявление, что есть шанс Украины подписать до пятницы. Это надежда еще остается или нет? Это все зависит от украинской стороны. Тот, кто принял решение за счет остановки целого процесса подписа, за ним решение, если вот продолжать это решение или это изменить. 20 двери открыты, возможность существует. Громадське серйозне запитання. Я перепрошую. Скажіть, яка причина, чому так запізнилися на початок? Чому за один тиждень було таке рішення ухвалено? Зараз відповімо в залі, я все про це буду розповідати. Ну, коротко, 5 секунд. Колеги, будь ласка, дайте трошечки. Продовження переговорів. Це продовження процесу. Продовження процесу підписання. Колеги, про сьогодні початок офіційний. А сьогодні будуть тривати перемовини? If you come from some of the other East European, Eastern Partnership countries, and you've traveled. Ну что, охранник Арбузова сел на место Ставицкого. Ставицкий не смог сесть на свое место. Українська делегація прийшла остання на чолі з Арбузовим, а депутатка пані Бережна взагалі запізнилася на зустріч. У першому ряді, окрім одного гостя, лише українці слухали виступи єврокомісарів та керівників європейських банків у навушниках. Європейський комісар з питань розширення Штефан Фіоле сказав, що вони розчаровані щодо України. Разочарование со стороны не только Европейского Союза, но и также со стороны людей Украины, потому что подписание самого амбициозного договора в Европейском Союзе, который послал ясный сигнал инвесторам во всем мире, также для международных финансовых институций, заключается в том, что Украина серьезно думает про модернизацию. Самая первая такая сенсация, которая прозвучала, она прозвучала из уст Фюле, еврокомиссара по расширению, который заявил, что он не понимает, зачем Украине нужно 160 миллиардов для того, чтобы модернизировать экономику. Более того, он назвал эту сумму неприемлемой, назвал, что эта сумма не на экономику, это, скорее всего, деньги, которые нужны украинскому государству для стагнации экономики. И он даже так, ну, слегка презрительно сказал, что эту сумму называют some individuals. По-русски это как бы некие особы. Мы прекрасно знаем, что некие особы это Азаров, это Янукович. И вот это было самое громкое, что прозвучало. Сейчас выступает господин Арбузов. И на вопрос, почему все-таки Украина не подписала это соглашение, господин Арбузов заявил только то, что он, цитирую дословно, лично я сделал для этого все. Это исторический момент для нашей страны. Никто не обещал, что будет легко. Никто не предполагал, что все это пройдет как-то незаметно, поэтому мы планируем сегодня обсуждать в таком составе этот вопрос, который бы мог дать возможность найти выход из создавшейся ситуации. То есть, видимо, кто-то на кого-то сваливает вину, будем ждать Януковича завтра, а тем временем в зале, в это во время выступления Арбузова, двое людей, я думаю, что из украинской делегации, встали с плакатами, вы обещали подписать соглашение в Вильнюсе, и второе, господин Арбузов, не бывайте нашу мечту. Их тут же убрали охранники, их сейчас уже нет, но их показали на большом экране, и когда их показывали, в зале были слышны овации. Мета нашої мовчазної акції, нашого мовчазного флешмобу – показати світу, показати лідерам Європи і містеру Арбузову про те, що громадськість не згодна з рішенням.